Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и обещал, что можно из вот такой тесьмы изготавливать не только тело стримера, но и можно изготавливать разные нимфы. Я покажу вам простой вариант, а вы уже будете себе придумывать сами. Обыкновенный крючок граб шримп. Я грузил свинцом, промазал клеем. Креплю, чтобы потом сегментировать свое тело вот такой леской 008. Можно проволокой, что у вас будет под руками. И все это крепим до начала загиба. Вот до этого момента. И начинаем. В этом месте закрепим еще. Мы совсем немножечко. Вот у меня имеется вот такое перышко флуоресцентное. Сделаем небольшой хвостик. Подровняем перья и здесь закрепим. В качестве такого хвостика можно использовать практически любое пуховое перо, какое вы для себя найдете. И теперь выравниваем полностью все тело, чтобы наша подложечка была светлая и не проявлялся наш свинец. Подготовили тело для того, чтобы можно было одеть нашу трубочку. И теперь я слегка расширил в начале. Буквально вот так одеваем, подравнивая ее, чтобы не было у нас складочек. Очень удобный материал и практически находится всегда под руками. Немножечко вернем нашу пленочку, тесьму обратно вот так. И под самое колечко отрежем. Отрезали. Поправим по телу, как нам необходимо. Можно оставить в таком положении нимфу и сделать завершающий узел, все остальное. Но я хочу изготовить с использованием только лишь тела, для того, чтобы мне немножечко придать этой привлекательности за счет трубки. Остальные элементы мы будем с вами крепить, как положено на всех нимфочках. Берем теперь нашу леску. И в месте крепления, так как мы здесь с вами не оставляли нить, делаем один полный хороший вот такой оборот, чтобы закрепить нашу трубку. И теперь с равными шагами берем и вот так сегментируем тело нашей нимфочки. Доходим до места, где мы будем формировать грудь. Закрепим окончательно нашу леску. Остатки отрежем. И в этом месте закрепим, я отрезал вот такой кусочек упаковочного полиэтилена.
так, чтобы мы изготовили чехольчик. Что-то будет среднее между ручейником и обыкновенной нимфочкой, допустим, весняночки. Убираем. Сразу давайте отрежем, чтобы нам это не мешало. Подровняем. В качестве грудки я взял парочку перышек павлина. Закрепим их здесь. Можно даббингом. Как вы, какой материал вам будет позволять. И произведем здесь намоточку. Дошли до колечка. Подхватываем наше перышко. Крепим и остатки отрезаем. Закрепили. И остатки отрезали. Вот у нас почти уже мушка готова. Для того, чтобы мне окончательно завершить работу, понадобится еще парочка перышек. Вот таких, вернее, пару бородок пера, чтобы создать усики. И из лески я изготовил вот такие глазки для нашей нимфочки. Поэтому мы сейчас с вами берем, переламываем чехольчик, но перед этим покрасим его в черный цвет с внутренней стороны. Есть. Подхватываем здесь у колечка, следим за тем, чтобы наш полиэтилен ровненько огибал нашу грудку. Вот, как вы видите, вот так у меня ровненько. Я поставлю крючок в удобное для себя положение. И на этом месте сделаю капельку клея, нанесу и закреплю глазки. Вот. Подхватили, развернули вот так. И теперь мы можем спокойненько наш полиэтилен повернуть за глазки. И здесь отрежем уже остатки нашего пера. Вернее, пленочки. Теперь возьмем две бороздочки из пера охотничьего фазана и изготовим вот такие две антенны для нашей нимфочки. Закрепим их там, где мы закрепили глазки, буквально совсем немножечко вот так подхватили, остатки отрезали. Как вы видите, вот так симпатично будет выглядеть наша нимфочка. Сделаем завершающий узел и добавим пару капель клея на нить. Добавили капельку клея на место крепления усиков и глазок. И вот такая симпатичная нимфочка, которая работает практически круглый год, готова. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!